Ричард, к сожалению, не смог вас дождаться. На фабрике возникли непредвиденные проблемы, не терпящие отлагательства. Наверняка вы приехали поздним вечером или ночью, поэтому я оставил вам ключ от гостевого крыла. Можете остаться тут на пару дней до прибытия следующего поезда. Трагедия в театре. В эту субботу в театре имени Уильяма произошла настоящая трагедия. Всемирно известный маг и иллюзионист Уильям Торндайк погиб при исполнении своего нового трюка. Номера Уильяма очень часто ставились на грани жизни и смерти, но в этот раз удача была не на его стороне. Бригада медиков, дежурившая
Ричард, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. Жаль, мы так и не смогли попрощаться. Ты был отличным другом, и в честь нашей дружбы позволь сделать тебе скромный подарок. Этот амулет приносил мне удачу. Надеюсь, и тебя она не обойдет стороной. И еще, я хотел бы попросить тебя об одном одолжении. Я так долго трудился... Пошла вторая неделя, как я не могу найти вдохновение для своей новой картины. Я впал в депрессию, которую начал глушить вином. Сколько я сегодня выпил? 5,
6 бутылок? Я не помню. Снова пьян? Да, прости. Ты обещал закончить портрет Эвелин еще 6 дней назад. Да, я практически завершил ее. Ты говорил мне это на прошлой неделе. Ее лицо. Что с ним не так? Я не могу это вспомнить. Прошло уже 5 лет, как она умерла. Тебе стоит постараться. Если портрет не будет закончен через 3 дня, не получишь от меня ни пенса. Хорошо, хорошо, я успею, только у меня один вопрос, Уильям. Почему ты захотел изобразить Эвелин в таком виде? Я плачу тебе не за вопросы, Эдвард. Скоро ты сам все узнаешь.
Вчера за обедом снова разразился скандал. Моя несносная сестренка Этель поставила цветы на обеденный стол. Эта легкомысленная дурнушка прекрасно знает, что у меня аллергия на цветы, но все равно продолжает это делать. Видите ли, ее оранжерея слишком перепутана.